Да ну ничего страшного. Тяв-тяв-тяв-тяв. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фонтан, Move, King and Fire. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Если тебе тюкушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. И хочу еще сказать, что у Сереги есть свой канал, ссылочка в описании. Он пилит классные ролики, заходите, подписывайтесь и смотрите. Тактика, тактика, зомби же тоже не кончены, правильно? Нет, зомби безмозглые. Не, ну управляет же не безмозглый человек, а настоящий телепиздрик. Ах ты... Эх ты! Эх ты! Да ну ничего страшного! Тяв-тяв-тяв-тяв! Я тебе ни разу не попал? Нет, я уклонился. Так, пацаны. Так, теперь со мной идет Фонтан. Давай вместе на счет три выходим. Раз, два, три. Побежали. И давай вместе его валим. На shift сбеги. Ах ты жопа. На, ничего, набежать. Так почему я... Я попал по тебе? Нет. Нет. А геймод не включен и смерти там, нет? Так, пацаны, давайте. Фонтан... Ну, короче, все, кто тут идет, идемте вчетвером все резко на него. Так потому что ты сильно легко справился с нами. Нападаем, нападаем. Эх ты, мочи его. Мочи. О боже, забыл, это нечестно. Попадайте, попадайте. Попал. Шанс его убить. Да есть шанс всегда. Попали, Серега, хоть раз? Нет. Так, берите, пацаны, 5 зомби и идемте все одновременно. На счет 3. Раз, два, три. Побежали, все вместе. Попадайте хоть раз по нему, пожалуйста. Что за серия? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень прикольное. В этот раз очень даже прикольное. Вас посмотри, сколько трупов. Давай обновляем карту, потому что это жестко совсем. Так, пацаны. Давайте возьмем тогда других зомби. Давайте быстро, хорошо, согласен. Одному слову. Так, можете любых брать, главное, чтобы не прям читерских. Раз, два, три, погнали. А, Серега, ты же не такой умный. Ого, я могу прыгать. У-у-у, прикольный. Воу, прыжок веры. Идите ко мне, ну давай, вот. Да блин, да как? А мы по Сереге попали разочек, я заметил. Попали чуть-чуть. Давай, давай. Серега, у тебя осталась есть классная катана, очень быстрая, да? Да, это я еще как бешеный кликаю по ней. Ты ж не поломай катану. Главное мышку не поломать. Пацаны, давайте подождем, пусть добивает, у нас будет новая волна. О, пацаны, я придумал, давайте все возьмем хэдкрабов. Ой, не-не-не. Да, да. Все, давайте, толпа хэдкрабов, это будет прикольно. Так, 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 так. Да, я буду этим. Вы готовы, пацаны, хэдкрабами лопашить? Сейчас аннулирую карту. Так. Вот, вот такой хэдкраб есть. Да, пойдет. Раз, два, три. Толпа хэдкрабов в путь. Только как прыгать? Стойте, я не могу прыгать. А, могу. Ну что, Серега, готовься. А чё я не могу тебе ничего сделать? Да я конченый хэдкраб. Надо обычного взять. Стандартного. Так, Сережка. Готовься. Блин, ну ты какой-то читерский. Это тоже Галима Моча. Так кого же взять? Серега сегодня наш какой-то ненормальный псих. Всех убил. Палач. Палач-убийца. Убийца. Я сейчас попаду по Сереге. Я выхвачу сейчас тактику и попаду по нему. Есть! Я Серегой стал! А я бегаю за Сережку. Серега, что ты теперь скажешь? Так, ну что, у нас есть очень классный скачанный пак на монстров. Он странно передвигается, он прыгает. Серега, ну что, ты готов? Да, готов. Так, игнорировать игроков выключено. Все, погнали. Давай,
Ты меня ударил уже. Ну а что ж ты хотел? Какой читер? Я могу воздухом бить. Что? А что это за оружие у тебя? Копье. Да так это нечестно таким копьем. А ты мне в лицо поударил. Так это же нечестно. Ну что, ты готов? Давай, выходи. Один на один. Кто против меня? Да блин, я как-то прыгаю, как Рахит. Ай, больно! Ого, ты меня откинул. Где? Вот это боец! Я самый пока мощный. Ты чё с арены текаешь, секунд? Ну а что оно такое? Ах ты, блин! Ты чё тут стоишь? Подсрочника! Где? А, вот ты где. Опять за спину заходишь ко мне. Да, я хитрый жук. Да ты опять здесь пришел. Есть, есть, Сережку вынес. Отлично. Ты че тут ходишь? Это мой ринг. Ну-ка, давай, Серега, я тебя жду. О, нормально. А как щенка убил? Кто? Опа, слышу. А, ну так конечно, конечно, так и дурак может. А я иду, иду, Сережечку мочить. А я иду, иду вас в жопу резать. Жопу не порезал. Та-ра-ра-ра-ра. Царапину оставил, ля-ля-ля-ля. Эй, ты что против Лефти будешь базарить? Слышишь, иди сюда. Лефти лучший боец на планете. Заряжайся. Ну-ка. Я так понимаю, аниматроники самые сильные оказались. Вот это хорошее оружие. Вонючка. Надо ум и тактику. Ого, улетел, это даже не я. Ого. Эй! Нельзя так делать. И ой, ему передай. Че ты мне сделал? Нифига себе, карта здоровая. Даже не ожидал, что она такая мега здоровая. Так. Лечу, лечу назад. Серега, ты меня как-то нереально откинул. Ого, ты прыгаешь. Я джедай. О, может давай сделаем битву на мечах? Давай. Друг против друга. Так, Сережка, я к тебе иду. Ой, давай я на обычном мече, а ты на таком. Кто кого? Посмотрим, старая технология против новой. Погоди, ну что, три, два... А, ты хилишься, хитрый жук? Да, хп мало. Готов? Да. Три, два, один. Погнали. Стой, подожди, я тебе поддался еще раз. Стой, стой, стой. Три, два, один. А что я тебя не могу бить мечом этим? Можешь, да подожди. Ты вставать не можешь, когда бьешь. Тебе надо... Блин, я идиот. Стой, Серега. Три, два, один. Да, ну блин, получается, что новые технологии лучше старой. Ты не на расстоянии убиваешь. Я джедай, чего ты хотел? Джедай? Не да джедай. Да. Давай, Серега, я тоже джедай. Давай, иди сюда. Три, два, один. Выиграл лучший боец на планете. А как переключать, я уже не помню. F. Ага. А то как получается, на везение или реально надо скилл какой-то иметь? На везение и скилл, скорее всего. Хорошо, давай, Серега, еще раз. Ой, стой, не та кнопка. Да ну почему я проигрываю? Ну, Серега, ты че? Блин, я так красиво влетел. Еще раз давай. Все, ребята, сейчас будет решающая битва. Лучший боец на планете. Три, два, один. Ой, подожди, стой. Да я срядил.
Ну блин, ну Сережка. Эй, ты что откидываешь меня? Так нельзя. Да ну почему? Ну почему я проигрываю? Ты, получается, лучше меня играешь. Ребята, давайте. Все на мечах. Против Сережки. Давай. Я даже не ударил его. Да почему ты нас убиваешь? Это читерство. Я ничего не использую. Ты вниз смотришь, и меч наклоняется. Ах ты хитрый жук. Есть, я понял, Серега. Ах ты хитрая жопа. Прикольная тактика. Давай, иди сюда. Так, моя тактика не сильно сработала. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.